следует по маршруту номер 271. До конечной остановки Толубеевский проезд. Уважаемые пассажиры, автобус следует по изменённому маршруту. Приносит свои изменения за временные минуты. Следующая остановка – проспект Энергетиков. Следующая остановка – проспект Шаумянов, театр БУФ. Следующая остановка – станция метро «Новочеркасск».
Следующая остановка – Республиканская улица. Уважаемые пассажиры с детьми, при нахождении в салоне общественного транспорта следите за детьми. Не допускайте касания подвижных механизмов. При входе и выходе крепко держите детей. Республиканская улица. Следующая остановка – Магнитогорская улица, дом 11. Магнитогорская улица, дом 11. Следующий.
Следующая остановка Магнитогорская улица, дом 17. Магнитогорская улица, дом 17. Следующая остановка. Магнитогорская улица, дом 51. Магнитогорская улица, дом 51. Следующая остановка – Якорная улица. Следующая остановка – Партизанская улица.
Следующая остановка – торговый центр. Центр. Следующая остановка – проспект Энергетиков, дом 32. Дом 32. Следующая остановка – шоссе Революции. Следующая остановка – проспект Энергетиков, дом 46.
Проспект Энергетиков, дом 46. Следующая остановка – улица Сакеры. Следующая остановка – проспект Энергетиков, дом 72. Дом 72. Следующая остановка. Екатерининский проспект. Следующая остановка – ортопедический центр.
Следующая остановка – Пистолетский проспект. Следующая остановка – Бестужевская улица, дом 32. Бестужевская улица, дом 32. Следующая остановка. Бестужевская улица, угол Замшиной улицы. Улицы. Следующая остановка – Бестужевская улица, музей имени Маринеско.
Бестужевская улица, музей имени Маринеско. Следующая остановка – Кондратьевский проспект, дом 62. Дом 62. Следующая остановка – проспект Маршала Блюхера, угол Кондратьевского проспекта. Проспект Маршала Блюхера, угол Кондратьевского проспекта. Следующая остановка – Лабораторный проспект. Вооруженные силы Российской Федерации приглашают мужчин на военную службу по контракту. Ждем вас в информационных пунктах во всех районах города. Звоните по короткому номеру 117. 18+. Лабораторный проспект. Следующая остановка – проспект Маршала Блюхера, дом 12.
маршала Блюхера, дом 12. Дорога. Следующая остановка – проспект маршала Блюхера, угол Кушелевской дороги. Маршала Блюхера, угол Кушелевской дороги. Следующая остановка – Кушелевская дорога. Дом 5. Кушелевская дорога, дом 5. Следующая остановка – Гражданский проспект.
Лубянский проспект. Следующая остановка – проспект Непокоренных, дом 6. Проспект Непокоренных, дом 6. Следующая остановка. Станция метро Площадь Мужества. Уважаемые пассажиры, станция метро Ладожская закрыта на капитальный ремонт. Усилено движение общественного транспорта к станциям метро Площадь Александра Невского, Новочеркасская и проспект Большевиков. Подробная информация на сайтах Комитета по транспорту и организатора перевозок. Метро Площадь Мужества. Следующая остановка – Площадь Мужества. Следующая остановка – улица Курчатова, угол проспекта Тореза. Thank you.
остановка. Улица Курчатова, угол проспекта Тореза. Следующая остановка – улица Курчатова. Следующая остановка – станция метро Политехническая. Уважаемые пассажиры, станция метро Ладожская закрыта на капитальный ремонт. Усилено движение общественного транспорта к станциям метро Площадь Александра Невского, Новочеркасская и проспект Большевиков. Подробная информация на сайтах Комитета по транспорту и организатора перевозок. Метро Политехническая. Следующая остановка – Тихорецкий проспект, дом 7. Уважаемые пассажиры, не забывайте свои вещи в салоне автобуса. О вещах, оставленных другими пассажирами, незамедлительно сообщайте кондуктору или водителю.
Остановка Тихорецкий проспект, дом 7. Следующая остановка – Тихорецкий проспект, угол проспекта Науки. Тихорецкий проспект, угол проспекта Науки. Следующая остановка – Тихорецкий проспект. Следующая остановка – Светлановский проспект, дом 75. Светлановский проспект, дом 75. Следующая остановка – улица Академика Байкова.
Уважаемые пассажиры, не забывайте уступать места инвалидам, пожилым людям, беременным женщинам и пассажирам с детьми. Следующая остановка – Светлановский проспект. Дом 86. Следующая остановка – улица Демьяна Бедного. Уважаемые пассажиры с детьми. При нахождении в салоне общественного транспорта следите за детьми, не допускайте касания подвижных механизмов. При входе и выходе крепко держите детей за руку. Следующая остановка – проспект Луначарского, дом 78.
проспект Луначарского, дом 78. Следующая остановка – проспект Луначарского. Проспект Луначарского. Следующая остановка. Проспект Культуры, дом 11. Культуры, дом 11. Следующая остановка – проспект Культуры. Следующая остановка – улица Руднева.
Руднева. Следующая остановка – улица Кустодиева. Кустодиева. Следующая остановка – проспект Художников. Художников. Следующая остановка – улица Ивана Фомина. Ивана Фомина. Следующая остановка – улица Есенина. Улица Кустодиева.
Следующая остановка – станция метро «Проспект Просвещения». Уважаемые пассажиры, не забывайте свои вещи в салоне автобуса. О вещах, оставленных другими пассажирами, незамедлительно сообщайте кондуктору или водителю. Уважаемые пассажиры, станция метро «Ладожская» закрыта на капитальный ремонт. Усилено движение общественного транспорта к станциям метро «Площадь Александра Невского», «Новочеркасская» и «Проспект Большевиков». Подробная информация на сайтах Комитета по транспорту и организатора перевозок. Метро «Проспект Просвещения». Переулка.
Следующая остановка – станция метро «Парнас». Уважаемые пассажиры, станция метро «Ладожская» закрыта на капитальный ремонт. Усилено движение общественного транспорта к станциям метро «Площадь Александра Невского», «Новочеркасская» и «Проспект Большевиков». Подробная информация на сайте комитета по транспорту и организатора перевозки. Метро «Парнас». Следующая остановка – улица Федора Абрамова, дом 8. Федора Абрамова, дом 8. Следующая остановка – улица Николая Рубцова. Николая Рубцова.
Следующая остановка – улица Федора Абрамова, дом 18. Улица Федора Абрамова, дом 18. Следующая остановка – Заречная улица. Заречная улица. Следующая остановка. Заречная улица, дом 45. Следующая остановка – Голубеевский проезд. Конечно. Прибыл на конечную остановку. Голубеевский проезд.